Встреча председателя Брестского горосполкома с инициативной молодежью Бреста была насыщенной и интересной. В ходе открытого диалога были затронуты темы, касающиеся дальнейшего развития города над Бугом, вопросы реализации социальной и культурной политики областного центра. Общение власти и молодежи – форма, продиктованная временем. И только объединив усилия, можно добиться высоких результатов. Встреча с молодежью, власти и молодежи абсолютно обоюдополезны. Полезны для того, чтобы молодежь знала, куда движется наш город, как развивается наш город, и активно участвовал в этом процессе. И полезно для власти с точки зрения услышать мнение наиболее передовой части брестчан, это, естественно, молодежь, правильно ли мы все делаем, туда ли мы движемся, правильно ли мы расставляем акценты при принятии управленческих решений. Одной из наиболее актуальных тем стало обсуждение последней, по-особенному приятной для города новости. Уже в следующем году Брест станет культурной столицей. Однако праздник в каком-то смысле двойной. 2015-й глава государства объявил годом молодежи. Эти обстоятельства возложили определенные обязательства и на исполнительную власть, и на молодежных лидеров. В горосполкоме от юношей и девушек ждут новых ярких идей и стартапов. Есть закон развития социума, да, что молодое поколение, оно всегда более прогрессивное. Оно всегда видит чуть-чуть по-другому, и не всегда это видение по-другому, не всегда есть взгляд не в ту сторону, понимаете? Поэтому я тоже прагматик, я чудовник-прагматик, поэтому мне важно использовать вот этот потенциал для принятия управленческих решений. Однако не только беседой ограничилось мероприятие. В рамках встречи молодежные лидеры были разделены на группы, которые после открытого диалога отправились на тематические площадки, где юноши и девушек ожидало знакомство с интересными людьми Берестейского края, банковской системы Беларуси, общение с представителями вертикали власти.